Поселок Поливановка ведет две дороги. Я имею в виду две асфальтированные дороги. Это улица Мостовая и улица Речная, по которой мы едем. Улицу Речную недавно не отремонтировали, а полностью выложили новый асфальт. За что большое спасибо дорожникам. Но есть одно но. Смысл в этой дороге, если дальше ее практически нет. Сейчас я вам покажу. Вот мы заворачиваем в поселок. Переезжаем рельсы. И смотрите, началось. Вот такая вот дорожка. Вот. Видите, машины по ней пытаются ездить. Еще прошел дождь, неизвестно где что. Сейчас я вам покажу вторую основную дорогу. Вот так выглядит вторая дорога. Основная, называется Мостовая. По ней двигается общественный транспорт.